С вами Анна Малибу USA. По курсу Оверсток. Едем туда. Фурнитура и матрас. И вот там видно 70% скидки. Пойдем глянем. Вот полки для книг. Такого плана что-то мне интересно. И все-таки давай посмотрим вот ковры. Вот этот почем? Серый. Нет? $15. Не, мне нужна не готовая подушка, а сверху наволочка. Уголок мы уже купили, поэтому смотрим TV-стенд. No, we're good, we're just looking. Thank you, sir. Интересные, но вот эти... Кстати, по цвету подходит, да? Сколько стоит он? Не очень дорогой, вот 400 баксов. Но он маленький, нам надо больше. Вот этот длиннее, мне кажется, да? Не знаю, нам надо 85, этот 72. Хороший. 450. Мне этот нравится. И этот нравится. Тоже 450. Тот повыше. Это слишком светлый. Такой же, только темный. Не знаешь, какой понравился? Вот тот серенький. Просто это не наш стиль, вот это вот. Мне вот эти два понравились. Вот этот низкий. Может быть. Да, вот этот хорошенький. И вот этот цвет под стол, а этот под пол. Что это? Кофе поставили. Скидку сделают. Ну реально, это, мне кажется, стакан с кофе. Вот смотри, он даже рифленый такой. Ну мне не мешает это. Тебе мешает? Кто-то кофе попил хорошо, вкусно. И сделал нам скидку. Хороший. Это слишком простой. Размер смотрю. Угу. Но он какой-то советский. Может, там дальше есть еще? Они что-то все одинаково стоят. Ну это что такое? Это прям как наш пол.
И такие соты. Не, мне не нравится. Это клетки для кроликов. Правда? Ой, ну я не... Этот гроб напоминает. Крышка гроба. Не, мне нравится вообще. Что тут еще? Барные стулья. Смотри, как складываются, прячутся. Угу. Прям золотой. Вон мягкий, но не черный сильно. Нужно, чтобы крутились. И повыше. Ну нет, это чисто детские, а я имею в виду взрослый размер. Как я видела такие, как знаю. Это все должно быть в два раза больше. Понимаешь? Да, проснулся и скатился. Вот что-то такое, только больше. И может быть посветлее. Без матрасов 830. Вот слишком маленькое. Кстати, качество хорошее. Такое. Да, это проснулся и с горки скатился. Парточки. Все? Они отдельные, но складываются друг на друга. Угу. Да, хорошие. 100, все 300. Ладно, идем. Ты тоже мне понравился. Ну, это тоже на кухне, мне кажется, смотрится. Да. Не в комнату надо, вот такие две. Такое небо интересное. Полосатое. Слоистое. Что это такое, интересно? Ты видишь? Да, НЛО. НЛО, реально. Кангару Джекс. Ваши дети могут лазить по стенам. Детский сад. Да. Old time. Что за колокольчик? Колядует дедушка, да? Две бабушки. Бедненьким. О боже, куда мы попали? Твой рай. Это царство. Надо тебе корзину. Я думаю, что да. О май гад. Это все коврики новогодние. Красотища-то какая.
огонечки надо искать и веночек. Что это за красота такая? А, это юбка под елку. Я поняла. Идем магнит уличный посмотрим. Улица огней. Разные размеры, разные цены. $60. Вот 50% скидки. Огромные. Вот сверкающие олени. Так, а где их цена? Не знаю. Ой, у него носик сверкает. $50. Такой классный. Хорошенький, 50% скидки. Ослик. Вот. Рождение Христа. А тут носков, шапочек. И все уже со скидкой, потому что Новый год уже у американцев в разгаре. Вот такая ветка $5. Из нее можно сделать венок оригинальный. Вот. Вот такое мне нравится. $40. Ну да, вот 50% висит. Да, красивый. $40. Если будет 20, то я могу взять. Алёш, так ты спроси. Ну вот этот мне нравится. А может все-таки такой? В снегу. Угу. Под нашу красную крышу было бы хорошо. Последний. Я еще могу в него добавить чего-нибудь. Он будет еще красивее. Уличные огни ищем. Да, вот они, смотри. Шишечки. Сколько стоит? $25 цветные. Может быть, близко. Excuse me, do you know the price here? That's already with the discount? No. They will take half. Yeah, half of that right off, yeah. Uh-huh. То есть на эту цену еще скидка, да? Mm-hmm. Вот, здорово. Мне вот это нравится. Сколько метров? 14 метров. Ну вот сколько? 14 метров. Ну, нам на вход.
подойдет. Берем это. Да, я цветную не хочу, именно такие хочу. У них есть... Они с розеткой, как их на улице включить? Ну, удлинитель как-то просовывается. А что, на улице нет розетки? Спроси, как он включил. Дал нам совет. У нас же есть на улице. Не знаю, проверим. Что-нибудь придумаем. Хочешь две? Ну, они по 14, по 12, по 13 долларов. Ну, бери. Такие ты хочешь иметь? Да, да. Две? Да, серебряные, яркие. Цветные можно, когда дети будут. Я хотел тоже белый, но длинную ленту с маленькими лампочками. Ну, ищи, такую тоже ну, сделай. Не заметил. Да, вот сосульки красиво смотрятся. Миленькие. Ну, это на елочку. Они по 5, по 6 долларов. Будет цена по 3 доллара стоить. Непонятно. Это что, сетка? Это сетка на елку. Сто лампочек. Ну, если по 2 доллара, то я возьму. Ну, он же так говорил. Ну, он так говорил. Это что такое? Украшенницы просто. Кто-то оставил. Говорит, вот такие белые. Да. Они имеют режимы? Не знаю. Я бы сосулечки взяла такие, знаешь, красивые. Вешать ты будешь? Да, будем вместе вешать. Маленькие. В смысле, размер маленький, 100. Ну, возьми две, руки подсоедини. Тоже белый? Угу. Я когда была маленькая, мечтала о такой игрушке. Не так никто ее не подарил. Подарить? Да, уже. Уже внуков, внукам надо подарить. Ой, симпатичные, да? А еще бывают музыкальные. Yeah. Сколько стоит? 7. А вон танцует. Вот эти самые... Интересные. Тоже 50% скидка. 7 долларов. Да. Детство в попе гуляет еще. И повар, и музыкант. Вот такой на краешку. На краешке сидит. Ножки свесил. Ай, забавный. Как я люблю вот такой рисуночек.
симпатяга. У него ножки гнутся. Ого, ого, килограмм больше, тяжеленький. О, гоблины, ушастики, гномики. О, цветов сколько. Очень оригинальный. Вот это можно самим все сделать. Вот тут все. Все для хендмей. Коверный рай, реально. Нам нужен большой ковер. Пошли посмотрим. А где цены? Нам нужно без рисунка. Тут что? Тут все с рисунками. О, бабушкин, красивый. Как я люблю такой цвет. Да. Ну, самый большой нам надо. Но цены где? Вот, 250. Сто восемьдесят. Вот такой. Лёш, тут хорошие цены. А ты маленький для кого смотришь? К себе в комнату? $50 дорожки. Да, я смотрю, цены хорошие. Угу. Только давай смотреть большие. Вот, смотри, какой оригинальный. Вот, смотри, 150. Ну вот, размер у него. Два с половиной на 3 метра. Да, есть такой вот с рисуночком. И есть абстрактный. Плохо видно. О, вот так видно. Вот этот тоже интересный. На полу хорошо будет смотреться. 300. Нет, слишком рябенький. Есть выбор, и недорого. Неплохо. Можно выбрать.
больше. Угу. Queen. Вот хороший цвет, хороший. Еще эти балахончики. 70 долларов. Дорого. Да, но он, наверное, огромный. Да, это все покрывало, пледы. Что там, полочки? Давай. Вот вешалка, смотри-ка. Вообще, вы накупили для крючков полотенец, а вот лучше бы что-нибудь такое. Какую-то держалочку красивую, декоративную. А то крючки ужасно смотрятся. Вон, смотри, какая хорошенькая. Да, это просто полочка. А здесь вон с крючочками. Да, это при входе. Классно. Держи. 50 баксов. Вон, то, что тебе нравится. Черненькие квадратики, беленькие. А мне вот это нравится. А ну, подними. Красотища. Это весло. Да-да-да. Нет, вешает. Это весло. Это ложка. Карты. Написано. Добро пожаловать в наши... Громкая, сумасшедшая, сумасшедший дом. Да. Счастливый дом. Счастливый дом. Класс. Ну, ты нашумел тут с этими ложками. А это что написано? Start each day with a... Что там? Heart? Grateful. Grateful. Ну, почти. Ну, я прочитаю. Grateful. Grateful. Mm-hmm. Heart. Сердце. Сердце. Для Ландри. Так, нас сюда нельзя пускать. Я вижу что-то музыкальное. Я хочу это. Я рад. В мой кабинет. Сколько стоит? $25. Берем. Скидки нет, значит не берем. Берем, берем. Это уже со скидкой $25. Все, пошли домой. Кофе-бар. Полочка. Неплохо. Ой, сколько вещичек. Можно обуютиться, хоть, как говорится, до опупения. Очень красиво все. На любой вкус. О, да. Во, смотри, какие. Ой, класс. Пью. Залезла. Конечно. Ой. Не, классный. Очень удобно. Ой. Очень удобный. Спинка такая. А вот беленький, смотри. Под интерьер. И такие ножки есть, и вот такие есть ножки. Какие хочешь. Ну да, надо здесь покупать. Царство стульев и картин. И есть такие, которые мне очень нравятся.
Все, надо выходить, поэтому так, по-быстрому. Вот там что-то интересное. Уфики. Мы еще сюда зайдем. Обязательно, потому что я вообще ничего не успела посмотреть. Быстренько взяли то, что нам надо. И на выход. Мы можем заказать с Амазона, если нет адреса. Вот. Можно прямо на этот адрес заказать. Вот. Делают пикап. Here. Указываем вот этот ящик. Сюда все приходит. Небо нереальное. Вот, не знаю, видно крест? Потом скажите, что это не НЛО. Или что-нибудь божественное. В принципе, одно и то же. И самолетик летит.